Приветствуем российских выпускников. В ближайшее время вам предстоят экзамены. Это, наверное, как выход в космос после серьезной предполетной подготовки. Мы космонавты. Только за один подготовительный этап сдаем более 100 экзаменов. И уверяем, что нет повода для волнений. Обучение пройдено. Знания и навыки получены. Вы допущены к сдаче. Осталось только показать результат своих трудов. Используйте это как шанс проявить себя, и вы сможете выйти на новую жизненную орбиту. Желаем, чтобы в год 55-летия полета Юрия Гагарина в космос вам сопутствовал только отличный результат на все пятерки. Удачи! Бортинженеры 47-й экспедиции на Международную космическую станцию Юрий Маленченко, Олег Скрипочка и Алексей Овчинин.